На. Это Андрюха. Это. Смотри, короче, нас на Украину отправили. Это. Получается, разбомбили. Как бы, ну, я сам подошел, то есть попросил, чтобы кому подойти, чтобы меня не убили, ничего. У меня все хорошо. Могу сказать одно, ты в этом году в армию пойдешь. Самое главное, не ходи, либо вообще не иди туда, либо дань просто, если скажут, что куда-то ехать, либо еще что-то, блядь. Пиши отказные, не отказные, я не знаю, но не надо, серьезно. Нам когда вот говорили в России, то что все вот это вот блядство, то что типа здесь вот есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска по городам херачат. А нам вообще совершенно другую херню говорили. Я сейчас здесь, Дань, то есть у меня все хорошо. Самое главное, ты не переживай, если тетя похоронка придет, либо еще что-то. Просто скажи ей то, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив-здоров. О людям. И расскажи то, что... Пусть люди выходят. Всем скажи, вот кто у нас есть, родственники, не родственники. Скажи то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. И скажи, на самом деле здесь все по-другому. Здесь люди хорошие, вот меня, получается... Дорога не грязь, скажи. На машине довезли, то есть... Я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Я тебе могу сказать одно, то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и вот, кто меня привез. Я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, то, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них, вот серьезно, по деревням везде асфальт, то есть освещение, все здесь полностью, все. Бля, я... А все, что по телеку показывают, это пиздеж. Я сам лично здесь сейчас, Дань, нахожусь. И я знаю, как это. Я тебе серьезно говорю, да. В Харькове наши войска бомбят. Не украинские войска, а наши войска Харьков бомбят. Они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас скинули здесь нахуй просто как свиней.